load. Можете сказать, мне сейчас 15 минут ждать, чтобы поиграть или что? Нет, смотри, ты зашел на сервак для матча. Здесь играют 2 на 2, 3 на 3. Если хочешь просто поиграть, то тебе надо на паблик сервак идти и все. Сразу зайти можно. Ага, понял, спасибо. А вот именно в этой игре, когда я смогу начать играть? Ну, если ты приконнектишься на другой сервак, там... На каждом серваке свои условия. Обычно там 20 минут.
карта и все. Просто заходишь, играешь. Либо эти матч, либо сингл. Нет, я имею в виду именно вот на этом сервере, вот сейчас мне ждать, пока закончится время, 14 минут и верша. Нет, здесь люди договариваются, опытные игроки, сыграть 2 на 2 или на 3, тебе просто, если ты только начинаешь играть, тебе неинтересно, у тебя просто будут 0 убивать, это смысл. Ладно, поэтому понял, проще на спасибо. Пойти. Время стамина нет вообще никуда. Видишь? Там у них. Кого смотрит? Ну, в принципе, это мысли вслух будет. Сейчас посмотрим. Кстати, да. Да, зрительно, блядь. На октагоне, кстати, тоже интрига будет. Потому что там же Боа с Эверсом вообще отличные. Опять стамин нет.
Да, все. Бля, реверс тут в два раза жестче, блядь, играю, чем болт, получается. Так реверс не вообще? На вообще играет нормально. Сейчас нужно сделать максимальный отрыв, чтобы в случае там проеба как на какой-нибудь там, какая следующая у них карта. Ну, а сыграть там дорогу в печи. Учил играть. Кем посмотрел? Там хейсинг, это он какой-то нубок. Ты чё, он его на этой карте вообще просто разметал. Да. Взорвал. Да? Это на ютубе еще, в офлайн просто. РВ качественно играет сейчас. В общем, им главное здесь просто больше отрыв сделать. А там уже похер, даже если они окту проебут, то будут все равно за рыболов играть. На Lost Village на том. На Lost Village будет играть тот, кто стрелял больше. Ну тогда, ну это сейчас же посмотри по ситуации. Я не думаю, что на окте можно сделать разрыв больше, чем на овере. Всем приветик. Не факт, знаешь. Привет. Это надо посмотреть еще, кто больше сделает. У вас что, соревнования? Егор, он кто хорошо играет. Вот именно, но поэтому отрыва большого не будет в случае даже проебав, мне кажется. А почему меня не позвали на соревнования? Потому что ты заходишь раз в месяц. Что за дискриминация? Я каждый выходной захожу. Ну а мы играем в будни еще. Спак, я на тебя в суд подам за дискриминацию. Давай, у меня адвокат нормально. Сука. Я тоже хочу поиграть. Может быть, я заняла бы первое место. На твоем месте там афер. Ой, блядь, чаша. У тебя мейда нет, вот в чем дело. Ладно, я с братом в CSGO. А вы хотите тут и смотрите всякую хрень? Спака битка. Да, ну Егоров тут щемит пиздец. Ну бля, они... Даже... О, вон плюс вышел. Нормально, кто должен проиграть? Странно, почему Хоми не забанил овер. Чё ты не забанишь? По пикам баллы все нормально, я считаю. Просто Хоми знал же, что Бо овер пикнет. Так, а Хоми с Егором самый плохой овер играет.
Наконец хотя бы резинет мне. А то он каждую игру мне заебал. Далее реверсу нужно и Окту выиграть, потому что они вчера же там очки потеряли с этими саферами. Ну, по идее, Егором надо что-то набрать. Ну, у них еще будет шанс. Они же только первую игру играют, я так понял. Вторую. А первую что, тоже проебали? Первую не закончили против Эйвела. Да, реверс прибавил. Блять, уже настрелял как больше, чем Хоми и Егор вместе взятые. О, не заруинил. Ну тогда, поэтому я же говорю, удачно. Я бы просто на месте Хоми и Егора сразу бы, блять, банил бы овер. Попал бы за резик. Wins!